Самой Сергеевич, уже четвертый сезон Лиги Губернатора начался. Вот чем он отличается и как он начался? Ну, во-первых, я хочу всех поздравить с началом нового сезона, с началом весеннего этапа. Мы с него начинаем четвертый сезон. Хочу еще раз использовать возможность поблагодарить нашего губернатора, который стал инициатором этого турнира. Ну и, конечно, радует то, что с каждым годом география расширяется, количество участников расширяется. И этот баскетбол 3 на 3 становится уже нормой жизни. Мы со своей стороны, как федерация, будем продолжать это соревнование развивать географию, чтобы количество команд было как можно больше. Ну и будем получать удовольствие от этой игры. Женского турнира весеннего этапа Лиги Губернатора Виктория Трофимова, которая неожиданно для всех нас играет именно за Тольятти. Вик, поздравляем, и твои впечатления от победы? Спасибо, я очень довольна, счастлива, что мы выиграли. Турнир был нелегким, сразу скажу, вот, но мы смогли в конце дожать и забрали финал. Как ты оказалась в Тольятти? Это вообще чисто случайно. Мы едем, мне звонит Юля Стяжкина и предлагает мне сыграть за них, потому что их игрок Майя Сушкова не может. Вот, и я, не раздумывая, согласилась. И победила. Да. Поздравляем Викторию Трофимову и женскую команду Тольятти с победой в Лиге Губернатора. Спасибо. Победой команды Тольятти завершился и мужской турнир весеннего этапа Лиги Губернатора. Александр Банакер, поздравляем. Спасибо. Втроем отыграли весь турнир. Есть ли еще силы? Ну, конечно, силы есть, но изрядно нас ребята подизмотали. Вот только с утра узнали, что одного сокомандника у нас не будет, поэтому пришлось втроем играть. Но очень понравился турнир, все команды очень равные. В группе все игры равны, четвертьфинал, полуфинал, получили большое удовольствие. Вы в прошлом году приучили нас к своим победам и в этом уже не собираетесь сдавать позиции? Не, конечно, у нас там, я думаю, вторая команда может подтянуться, потому что конкуренция очень большая. Вот, поэтому, думаю, мы будем часто на пьедестале в этом году. Поздравляем команду Тольятти с победой и ждем новых туров Лиги Губернатора. Let's go.